Здравствуйте, дорогие зрители! Я вам расскажу, что же мы увидим в следующей серии 11 сезона шоу «Холостяк». Как всем известно, Михаил готов познакомить оставшихся девушек со своей семьей. Если Розали с Анной немного переживают по этому поводу, то Даша с энтузиазмом относится к будущему событию. Однако в следующей серии «Холостяк» получил неожиданное письмо от Юлии, которая уже покинула проект. Что будет сказано в письме, неизвестно, но так или иначе это вызовет кучу противоречий в голове Михаила. Судя по всему, он станет перед тяжелым выбором. Бывшие участницы – последний шанс, или оставить все как есть. Впрочем, стоит отметить, что сама реакция холостяка на это событие говорит сама за себя. Он переживает, а значит, у него есть чувства к Юлии. Потому перед церемонией роз холостяк объявит, что прежде чем сделать выбор, он должен решить один вопрос. Вернется ли Юля и кто покинет проект, узнаем в следующей серии. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!